Всем привет! На улице идет дождь, осень. Надеюсь, это видео будет обработано и залито, ну, осенью, а не зимой. В данном случае я решил показать от Котабуки набор Frame Arms Girl источник. В 17 году, я глянул в интернете, было по ним аниме 12-серийное, и я даже смотрел серии 3-4, точно помню, там девочек с оружием, они что-то дрались. Но на этом, в принципе, все и закончилось. Ничем не примечательное аниме, крайне милые герои, но сценаристам не платят, или мангу, если это, конечно, по манге сделано, извратили по самое не могу, не зацепило никак, в общем. Пытались они на фан-сервисе выехать, что девочки в оружии и прочее, прочее, но на деле какая-то чухня получилась, если честно. Смотрибельно, наверное, но проходняк, глянул и забыл. Но юмор в том, что по ним делают шикарные модельки. И модельки эти на самом деле получше будут, чем само аниме. Кто знает что-то больше, можете в комментарии написать. Потому что я, честно говоря, в этой вселенной, ну, кроме того, что было аниме, я ничего не знаю. В данном случае это модель Хрес Вельгар Инверт. Инверт вроде как это другая раскраска. А если я правильно помню по описанию, у нее 5 оружий, 4 сменных лица. Ну, все вот тут есть. Сейчас я порву эту волшебную папирусную бумагу. Обычно в ней идет товар новый, не все покупатели ее видят, потому что на самом деле, когда у тебя на стеллажах все лежит в такой бумаге, знаете, найти что-то иногда просто невозможно. Поэтому она либо надрывается, либо срывается с корнями. Итак, что тут можно увидеть? Лица. 4 лица, точнее 3 лица. А написано было 4. Ну, может, тут и сейчас на летниках посмотреть. Глаза, декали какие есть в комплекте. Коробка, кстати, большая. Коробка, как у Гандама МГ. Такого прямоугольного. Моделька довольно симпатичная. На фотографиях вообще. Кстати, в комплект идет подставка. Подставка идет не со всеми Frame Arms Girl'ами. Frame Arms Girl 3R для картавого чувака. Там в одном комменте как-то я удаляю, конечно, такие высеры мозга, когда начинают наезжать на какие-то личные характеристики. Ну, например, я картавый. Ну, картавый, да, и что? Ох, сколько здесь всего. По массе она весит где-то, блин, не помню, килограмм. Ссылка внизу в описании, поэтому можете посмотреть. Так, и буклетик. Жалко, что у меня места здесь для съемки не очень много. Хотелось бы огромный стол. Коробка, кстати, все, ничего особенного выразительного. Обычная картонка такая, серенькая. Но куча литников. Сами видите, литников очень много. Листок с декалями. Они, я так понимаю, на водной основе, чтобы лица делать. Буклетик. Буклетик толстый. Тут есть количество страниц. 24 страницы. Кстати, тут есть. Так, что тут как сделать? Да, надо красить. Поэтому, кто не умеет красить, хорошо, если у вас есть какой-нибудь близкий друг, который может покрасить и сделать ей симпатичный макияж. В принципе, я думаю, даже когда девушка симпатичная и не симпатичная, какая-то херня, в общем, пошла мне в голове, может справиться с этим, если вы ее попросите. Заодно и познакомитесь поближе. Может быть, ей даже понравится красить. И она будет красить. Деталей очень много. Прям, да. Что показать? Какой-то красный
золотистым оттенком, бликующий полупрозрачный пластик. Тоже часть оружия. Не, ну, качество материала, конечно, всегда на высоте. Катабуки, или как ее там называют, я не знаю. Знаю, как оно пишется. Есть еще серия такого же размера по Евангелиону. По Евангелиону Ев. Тоже такого же формата. Еще я видел, что надо клеить. Но, честно говоря, я не вижу здесь необходимости клеить, потому что шпыньки папа, мама, все похоже на то, что как и Гандамы, собрал и все, оно работает. О, сменные руки, кстати. Раз, два, три, четыре, пять пар сменных рук. Как-то поближе бы поярче сделаю. Отличное качество литья, никаких заусениц. Вставляются своеобразные шарниры, наверное. Шарниры тут тоже появятся где-нибудь. Очень много всяких шарниров, очень много деталей. Не, ну, эта фигурка, модель вообще огромная. Кстати, а вот и лица. А лица покрашены. А, ну получается, есть готовые лица. Вот они, три штуки в комплекте. И есть три штуки под покраску. Так что, народ, сушите весла, заказывайте, собирайте. Парни, нет знакомых девчонок, не парьтесь. Здесь есть лица с отличной покраской. Но сами видите разницу, да? Ну, в цвете хотя бы. Подставка. Нормальная подставка, хороший крепкий блин. Кстати, у него, я вижу, тут и тут выходы, а тут и тут входы. А даже вон тут в трех местах выходы и в трех местах входы. Можно собирать модели в одну единую такую сцену. Два штыря, высоко поднимется, нагнуть. Можно в любую интересную позу. Не, мне лица нравится вообще. Так, ну, пошли серые литники бесцветные. Ничего особо выразительного. Боже, сколько тут всего, а? А на улице потоп. Тут, я думаю, это не особо интересно. Модельки, точнее литники. А вот еще мне нравятся вот эти вот с перламутровым переливом. Блин, слушайте, оно вообще зашибенно выглядит. Эти вообще шикарно. Полупрозрачный, красный такой, насыщенный пластик с перламутровым отливом. Я не знаю, камера покажет это, не покажет. Это оружие, я так понимаю. Всякий эквипмент. Так, само тело. Сейчас я вначале это покажу, что тут еще есть. Да, кстати, вот шарнирчики разного рода. Все пронумеровано. Конечно, книжечка. О, еще лицо. Слушайте, ну что-то запчастей вообще много. И вот еще лицо. Двух цветов. Катабуки, кстати, льет в Китае. А Бандай, не знаю, еще вроде в Японии лил. Надо последней модели глянуть. В Японии льют. Или уже тоже во Вьетнаме или в Китае начали лить. Ляшечки, булочки, модельки. Итак, получается, что есть в комплекте? В комплекте есть. Так, а куда еще лица делись? Лица, вернитесь! Так, покрашенные лица, не покрашенные лица. Итак, в комплекте есть три лица непокрашенные. Раз. Четвертое лицо и части ног
Пятое лицо тоже не покрашено, но другого цвета. Причем цвет такой. И три готовых лица. И само тело. Само тело, кстати, сами видите, уже покрашено. Но это чистый пластик. Это чистый его цвет. Это не значит, что он покрашен. Видите, сзади все. То есть в теории можно красить, а можно не красить. Для любителей пупков. Пупок есть. Для любителей других частей тела тоже есть. Ну и для любителей еще одной части тела тоже есть. В общем, все на месте, все есть. Девочка в оружии. И жаль, не могу поставить, конечно, где оно тут. Давайте так вот сбоку. Ну, в общем, офигенная модель на самом деле. Собрать ее будет непросто. Покрасить — это вопрос, конечно, желания. А, ну получается, можно... У нее же вот это все готовое. Можно ляжки взять серые, а можно взять более телесного светлого цвета. Поэтому, сами видите, можно и не красить ничего вообще. Собрать и все. И играться. У нее будут подвижные колени, руки, шея. Ну, все как у обычных моделек подобного плана, я думаю. Называется она Хрес Велгр Инверт. Картавый ведущий прощается с вами. Заходите в наш аниме-магазин Otaku King. Ссылка внизу под видео. Делитесь, подписывайтесь. Счастливо, с наступающей зимой. Спасибо, пока.